К школе готовы. Учебники, ручки, тетрадки и подходящая одежда – только часть подготовки. Собраться нужно еще и морально. Поэтому дети социально-реабилитационного центра «Семья» отправились в гости к букварю. Педагоги подготовили мини-уроки в игровой форме. Ребята блистали знаниями, вспоминали сказочных героев, состязались в физкультурных упражнениях и делились географическими познаниями. Чтобы понять, что нужно в школу идти. Мне понравилось прыгать вот по этим вот штукам. Да, облако. Понравилось. Играла, танцевала. Я думаю, что они с удовольствием встретятся с одноклассниками и, посоревновавшись, набравшись сил летом и зарядившись хорошим настроением, они с удовольствием пойдут в школу. Большим подарком на празднике стала сладкая вата. Ее получил каждый ребенок. Педагоги хорошие. Вот. Звонят, спрашивают. Если мы даже не пришли, узнают, спрашивают, почему не пришли. Вот. Поэтому советы дают, если нужно что-то вот. Центр «Семья» регулярно проводит различные мероприятия. Уже осенью запланирована работа выездных мобильных бригад. Сотрудники центра отправятся в школы и проведут консультации, направленные на профориентацию учеников, профилактику правонарушений и употребление психотропных веществ. Марина Позднякова, Михаил Задков, телерадиокомпания «Щелково».